Друзья, всем привет. Долго я никуда не выезжал, ничего не снимал, почти месяц по ряду обстоятельств. Ну вот, наконец-таки, у меня появилось небольшое окошко. Я выбрался на речку со спиннингом, рядом с Москвой, буквально 20 километров от МКАДа. Здесь я, наверное, не был лет 10, а то, может, и больше. Сейчас попробую подойти к воде. По идее, вон уже речку видно. Ну, сейчас буду искать к ней подходы. Как всегда, у нас, конечно, все застроено. Подъездов нет. Вот вроде дорога нормальная, накатанная, но там все перекопано. Подъезда нет, кое-как воткнулся там на обочине. Сейчас дойду до речки, начну собирать спиннинг и попробуем половить часиков 5, наверное. Может, что-нибудь нам тут попадется. Может, головлик, может, окунек. Ну, в общем, что загадываю, сейчас надо пробовать. Вот, подошел к речке. Места, правда, классные такие. Сейчас надо собрать палку. Рыбка прыгает. Только что видел такой всплеск, не знаю, головлиный, наверное. О, какое место. Вон, тарзаночка. Если там палатка. Ну, сейчас вот здесь попробую, кстати, глубина хорошая. Может, окунек здесь и будет стоять. Вот там кувшиночком прям покидаем. Ладно, надо собирать палку, а не ля-ля. Все, палочку я собрал. Сейчас вот попробую на свою любимую вертушку половить. Она такая универсальная. Ловит практически везде. Как раз проверить. Поводочек, он 4 флюоркарбон сигуаровский, который везде использую вместо стального, потому что речка такая спокойная. Значит, может и шнурочек какой-нибудь повиснуть. И если обрежет приманку, конечно, будет обидно. Ну, поехали. Да, течения вообще нет практически. Вертушка отлично работает, чем она и нравится. Она даже в стоячей воде, прям при очень-очень легкой проводке, очень замечательно работает. С 2-3 заброса. Попробую здесь, конечно, дольве, так опасно зацепиться кувшинком и вон к тому берегу. Глядишь, что получится. Плетенка за шпулю где-то зацепилась несколько мотков назад. Надо сейчас будет поправить. Или, конечно, здорово было бы найти здесь какой-нибудь перекатик. Покидать маленькие крэнки в поисках головлика. Блин, опасно тут кидать, конечно, веток моря. Надо, наверное, обойти вот это дерево, потому что я тут до кувшинок не докину. Точнее, докину, заброс нормальный получается вот из-за этого дерева. Боюсь зацепиться. Еще разочек кинем. Пробуем. Опа, отлично. О, утка с утятами. Какой выводок у нее большой. Ну, возможно, еще чей-то приблудный. Вот как раз 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, больше 10 штук. Большая редкость в последнее время. Нет. Пойдем дальше. Стоять на одном месте. Конечно, можно попробовать спуститься. Очень стрёмно. Не чебурахнулся бы. Телефон, ключи от машины в рюкзаке, так что если нырну, ничего страшного. Замыт под такой травой не видно, где берег заканчивается. Вон еще берег. О, отлично сойдет. Пару раз бросить, и этого достаточно. В
про это интересно. Ладно, не буду ничего говорить. О, да, тут можно попробовать вдоль берега кинуть. Так, зашел немного в тупик. Тут впадает еще, видимо, речка маленькая. Надо будет сейчас, наверное, куда-то идти искать переход. Сейчас попробую тут найти место, чтобы пару раз кинуть хотя бы. Не буду как-то перебираться. Можно, конечно, попробовать кинуть, конечно, очень мелко. Нет, там нигде не кинешь, он заросший берег. Трава. Все, обошел я этот ручей. Он там за деревьями где-то метров через 150-200 в трубу уходит. Есть нормальный переезд. Поэтому сейчас вот подойду, попробую здесь и буду двигаться в ту сторону. Есть смысл сюда пробираться вообще? Вот сюда я, наверное, конечно, не пойду. Это не очень устойчивая конструкция. Сейчас попробую здесь откинуть пару раз. Туда перейду. Да, получается, вот оттуда я кидал. Сейчас попробую еще здесь. Более-менее сухой положу рюкзак. Не утону я тут. Оп, нормально. Паутиной воняет. Мрак. Уж не аутиной там все носится. Рыбка троинка. Давай, цепляйся. Это самая цеплючая трава моя. Ну и глубина маленькая. Конечно, уже прям по воде хожу. Да, здесь никуда идти. Вода высокая после дождей. Хрень, борщевик мы.
зацеп. Он какой-то не мертвый. Что там, сеть что ли, блядь? Походу, блядь. Угу. Он причем с рыбой, блядь. Охренеть, блядь. Вы посмотрите, мы. Платва такая нехеровая в ней сидит. Сети. Не платва, а густера. Сейчас. А дожди. Сука, китайское говно. Тихо. Молодец, сам свалил. О, какой кушок дохлый уже сидит. Опять брошенное говно, как же это все надоело. О, смотрите какой. Смотрите, какой офигенский окунь. Обалдеть. Братан, ты живой? Пойму, живой, нет? Да, вроде живой. Давно сидит он, весь изрезанный. Тихо. Не, все, деревянный. Вот это плотва, блин. Давай. О, обалдеть. Это пиздец какой-то. Посмотрите, какая длина. Живой? Живой.
О, какой его окунь. Живой? Нет, все. Деревяшка. Съедят. Так, ты у нас что? Ага. Все, сейчас достанем. Не переживай. Это она кончится когда-нибудь. Или что, она у меня все тут, что ли, уже? А, нет, нет. Вот же она. Живой? Живой. Давай. Давай аккуратненько. Молодец. Смотрите, сколько духового окуня крупного. Суки, других сов у меня нет. Обалдеть, окуня. Грамм по 250-300. Попали бы мне сейчас эти хозяева этой сети, блин. Изрезал эту сетку. Где теперь половить-то, блин? Так бы, да, вот таких окуней на удочку половить. На спиннинг. Фу, блядь. Ай, комар в глаз залетел. Ай-яй-яй. Руки грязные. Гад. Им тонуть бы. Попрыгаем по кочкам. Ну, нормально. Попробуем здесь. Мне прям покой не дает, блин. Столько крупного окуня. Просто загубленный. И это же самое главное. Не, люди не там, есть им нечего или еще что-то. Это просто вот, скорее всего, приехал какая-нибудь синь. Поставила, забыла ее тут. Вот так, если спиннингисты не доставать не будут, они же так и будут стоять и собирать всю рыбу. Прям настроение все испортилось. Вот тут получается сразу за кувшинками какой-то бугорок идет. Прям видно, как вертушка по нему проходит.
О, есть. О, хорош. Вот, отличный окунь. О, какой красавчик. Ну, давай, распушись. Ну, ладно, не буду мучить, давай, плыви. Ну, вот там прям из-под кувшинок. Давай немножко вертушки опуститься. Вот он. Эх, отвалился, вообще мелюзга. Сейчас третьего ребят. Они ходят, головля ищут. Сказали, там дальше чуть на поворот, на подкове. Окунек вроде должен быть. Сейчас посмотрю. И мне вот интересно, если головля здесь есть, как его найти? Потому что здесь река, ну, труба идет, то есть ни перекатов, ничего нету. Надо ни меляков, ни кос, за которыми он будет стоять. Надо как-то сейчас попробовать поискать. Ну, кстати, очень интересное место. Вот здесь вот явно яма. Тут сейчас я попробую окуня потаскать. Мне надо где-нибудь пониже попробовать спуститься. И вон меляк. Меляк. Вон выход из меляка. Вот тут можно попробовать головля поискать. Что-то я прям совсем не уверен, что как-нибудь попробовать вот здесь сейчас сначала. Блин, как тут спуститься? А вот вроде есть место. О, на жопе спускаюсь. Упасть, конечно, тут совсем не хотелось бы. Блин, нафиг. Тут пустаю. Если что, барахнусь туда вниз. Вообще ничего приятного не будет. Да, с такого обрыва, конечно, ловить. И главное, спуститься, где зато удар. Вот, блин. О, камеру даже включить не успел. Вот он. Ну ладно. Оп. Друзья, ну что ж, закончу вот на таком замечательном фоне. Ну что ж, пяток дежурных окуней поймал. Сезон полноценно открыл. Сеть опять же достал, уничтожил. Тоже дело хорошее. Так что рыбалка состоялась. Наверное, я еще потом приеду в эти места. Достаточно интересно. Надо будет попробовать и другими приманками немножко поработать. Хотя я сегодня тоже пробовал и воблеры, и джиг. И воблеры разные, и крэнки, и риджик. Но все равно откликался окунь только... Откликался в принципе только окунь и только на вертушку. Но это ладно. Еще главное, что в следующие выходные поеду на Угру. Там я уже, надеюсь, очень смогу оторваться по головлю на своем перекатике. Хотя бы утро одно половить. И то уже будет за счастье. Ну а так все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Все, всем пока.